это дорогого стоит. Вблизи увидеть призера Олимпийских игр, причем недавнего бразильского образца. В Калининграде впервые организовали мастер-класс заслуженного мастера спорта России по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой. Девушка непростой судьбы, боец непобедимой системы Ирины Винер-Усмановой. Почти год она отдыхала от любимого дела, а теперь колесит по стране с многочасовыми семинарами для юных почитательниц. Ну, я стараюсь каждый раз совершенствоваться, потому что еще только начала в этом деле свою работу, так сказать. Вот, и поэтому стараюсь. Сначала такая супер добрая была, а потом мне не слушаться, надо все-таки что-нибудь, наверное, подкричать немного. Ну, прям что поругаться, конечно, я пока не могу. Я еще сама ребенок, мне кажется, мне их так жалко. Всех сама недавно закончила, поэтому стараюсь как-то лояльно относиться. Им хочется повторять все то, что они увидели. Они, более того, не то, что на следующий день, их невозможно выгнать из зала в этот день, потому что они хотят вспомнить, освежить в мыслях своих то, что им показывали, и повторить это все, и просят друг дружку снимать на телефон, и показывают потом, смотрят свои ошибки уже сами. Говорят, что многого за одно занятие не усвоишь, но бесполезным времяпрепровождением такое событие точно не назовешь. Работа с различными предметами, техника движений с ними. Всего в семинаре поучаствовало около 70 калининградских граций. Нормальная цифра, учитывая, что больше сотни участниц в созвездие просто не приглашают. Из-за отсутствия педагогического эффекта в случае увеличения числа участниц. Я накуряю мой кумир, и я хотела всю жизнь ее увидеть. И сегодня моя мечта сбылась. Мне в ней нравится, как она двигается с предметами, ее стоп, выразительность. Мне очень понравился мастер-класс с Яной Кудрявцевой. Он был для меня очень полезный, и для меня большая честь заниматься с такой великой гимнасткой. Бонусом для славно потрудившихся красоток стали совместные фото и автографы с чемпионкой. Девушка признается, что находится в стадии перехода от действующего спортсмена к матерому преподавателю. Но учитывая заработанный авторитет, в прямом смысле, потом и кровью, другой карьеры Яна Кудрявцева для себя пока и не рассматривает. Передача бесценного опыта и наглядный пример. Что может быть лучше?